Чего уставилась? А я думаю, зачем Мишка железяки к потолку привинтил? Чтобы повеситься. А сейчас пока тренируюсь. Зачем ты так, Миш? У меня ближе тебя никого нет. И ради чего я столько лет с тобой живу? А ты не живи. С командиром не получилось. Так что с водилой, может, выйдешь? Чего ты несешь-то? На, таблетку запей. Что вижу, то и несу. А с водилой могла бы в кустах целоваться. Позоришь только меня. Да он сам ко мне полез. Я его не звала. Я его второй раз в жизни вижу. Вот он и чувствует. Раз-два и готово. Что готово-то? Какие раз-два? А что со здоровым церемониться-то? Время терять. Миш. А Миш. Ну чего мы с тобой, как кошка с собакой? Ты же у меня один. Уйдешь от меня, Таська. Уйдешь. Как я жизнь без тебя буду? Я калека, а тебе здоровый, молодой нужен. Зачем я тебе такой? Я ночью не сплю, только об этом и думаю. Не уйду. Но с калекой живу. Значит, судьба такая. А если бы ты еще не пил, глядишь, наладилось бы все. Ребеночка бы родили. Так горько, Таська, вот и пью. Пью, а лучше не становится. Ну я ж сильный. Я войну, блин, прошел. Я все выдержу, я встану. Смотри. Вот, смотри. Видишь, я иду. И все сделаю, чтобы ты была счастливой. Я пить брошу. Я пить, блин, брошу. Таська, честно, не веришь? Брошу. Я хозяйством займусь. Ты что думаешь, я не вижу, как ты здесь заживаешься? Ну, какое хозяйство? Миш, ты уж лучше упражнения свои делай. И не пей больше. А я потерплю. Где сейчас? Я к Николаевне сбегаю. Просила очень. А потом вернусь. Поужинаем. Спать ляжем. Шашлычок? Вкусно. А, все очень просто. Чем меньше людей, тем чище. Я смотрю, вы людей не жалуете. А где вы так хорошо научились говорить по-русски? Мою маму звали Нина Алексеевна, а дедушку Алексей Владимирович, он из здешних мест. Может быть, слышали Гремячий Лог? Да, недалеко отсюда. Там было имение моей прабабушки, Елизаветы. А как же ваши близкие оказались в Швеции? Как многие люди в то время. Ушли из Петрограда в начале 20-х годов. По льду Финского залива. Расскажите о себе теперь. А что рассказывать? Вы родились здесь? Нет, не здесь. Далеко отсюда. А как тут оказались? Раньше служил в городе. Почему все-таки егерь? Почему лес? Да товарищ тут у меня. Вот. Отец его отошел от дел. Ну, а я на его место. С тех пор ни разу не пожалел об этом. Как будто я к этому всю жизнь шел. Я слежу, Карл. Ну, я же не могу все время находиться рядом с ней. Ну, в конце концов, это не очень удобно, она все-таки женщина. Да. Ну, вы понимаете. Я понимаю, но мне кажется, что нам сейчас следует больше сосредоточиться на строительстве нашего совместного предприятия, не так ли?
Да, хорошо, Карл. Хорошо, я обещаю. Да. До связи. Я умею ждать, Карл. А волка будем гнать. Вот по этому пути. Угу. А если он побежит в другую сторону? Здесь я буду стоять в засаде, отпугну. Завтра снова пойдем в лес и все еще посмотрим. Добрый вечер. Добрый вечер, Тася. Здравствуй, Василий. Я к тебе за советом. Что-то случилось? Миша упражнения стал делать. Ну так это хорошо. Он мне сам об этом говорил, правда, я не поверил. Нет, делает, это правда. Я сама случайно увидела. Вот только больно ему. Особенно потом. Он и виду не показывает, но я же вижу. Дала ему 2 таблетки, вроде полегчало. А вот что утром делать, не знаю. Я понял. Подожди. Я Виктория. Очень приятно. Тася. А вы живете недалеко, да? Да, недалеко, в поселке. Я приехала на охоту. Про вас вся деревня говорит. Сергачев всех на уши поставил по поводу вашего приезда. Ну, говорят у нас так. Выражение такое. Предупредил всех, значит. Ну и как у нас? В нашей глухомане? В заказнике. А замечательно. Лес... Нет, в принципе, у нас здесь все есть. Ну, в смысле косметики. Даже салон красоты есть. Если хотите, отведу. Спасибо. Знаете, я заметила, что с такой замечательной водой, как у вас, никакая косметика не нужна. Воздух чистый. Ну и как вам, командир? Вы знаете, я думаю, что он хороший егерь. Не присматривали, значит. Он хороший мужик-то. Как скала. Таких у вас нет. Нигде не найдешь такого. Я не собиралась здесь никого искать. Да разве это от нас зависит? Как заваривать, помнишь? Да. Должно помочь. Спасибо. Ну, я пойду. Куда? Куда ты пойдешь? Поздно уже. Отвезу я тебе. Не надо. У вас гости. Виктория, хотите с нами? С вами? Ну да, на мотоцикле же. 3 места. Не замерзнете? Нет. Тогда поехали. Прошу.
Да, алло. Это я. Слушай, значит, нужны двое людей надежных. Да, на завтра. К гостевому коттеджу пусть приезжают. Нет, лучше на джипе. Ничего, оставишь его там. Все. А, Мишка, привет. Ну ты даешь. А что это ты при полном параде? Праздник сегодня какой, что ли? Дмитрич, я к тебе с просьбой. На парад звать хочешь? Да какой парад? На параде без нас промаршируют. Я хотел тебя попросить, чтобы ты меня к Ефимову отвез. А, что забыл у него? Ну, дело у меня к нему. Ефимов сейчас не до тебя. У него сейчас гость. Большой человек, говорят. И ежели ты начнешь у него опять самогон клянчить... А какой у него самогон? Нормальный самогон какой? Да какой самогон? Я вообще завязал. Завязал. Ну, завяжу. Отвезешь меня или нет? Ну, отвезу. Как соседу-то не помочь? Садись. Я сказал, волк! Так уши себе прочисти! Не знаю, где загонщики. Давай, как определишься, звони. Зин, ну что стоишь? Садись. Да я так. Я по поводу Гриши своего к тебе пришла. Ну а что по поводу? Решили все. Людмила дядьке позвонила. Ехайте на здоровье. Страшно мне, Павлуш. Здесь все свое родное, а там как? Ну, вдруг Гришка никуда не устроится. И опять куда-нибудь вяжется. А ты зачем при нем? Ну, не знаю. Людмила родня поможет. Павлуш, а может быть, ты его куда-нибудь здесь на работу устроил, а? Думаешь, почему он браконьер-то? Любит это дело, вот и браконьерит. Ошибаешься, Павлуш. Он и браконьером-то стал, потому что на работу никто не берет. Ну? Ну, может, устроишь? Вот что, Зин, Гришку я твоего на работу не возьму. Ну, ненадежный он человек, не хочу я за него отвечать. И прошу тебя, сестра, не мучай меня больше этим. Ты же знаешь, как мне тебе тяжело отказывать. Еще! Стоп! Стоп! Хорош! Только поосторожнее, а то я вам руки пообломаю. Здрасте! Клинцов? Клинцов? Ну вот. Принимаю дирекции. Что все, значит, было, как в цивилизации. Захотел помыться? Пожалуйста. Павел Павлович, куда ставить-то? Уборную, наверное. Ага. Санузел рядом с ванной, как в городе. А еще лучше совмещен. Вась, ты сейчас дошутишься. Пошли за мной. Вот, пожалуйста. Здрасте. Вот сюда ставьте. Здравствуйте. Так. Это мне? Ну да. Давай. Спасибо большое. Не стоило обо мне так беспокоиться. Это, простите, что? Это? Ну как что? Это душ. Вот вам понравится, вы приедете в Швецию, друзьям расскажете. Они потом раз и к нам приедут. Do you understand me? Я поняла. Как это работает? Это очень просто. Вот смотрите. Это элементарно. Оранжевый конец шланга в руках. Обязательно надо ведро с водой. Здесь шторка. Заходите сюда. Вот. Так. Это так. Другой конец шланга опускается в ведро. И ножками начинаем накачивать. Вот так вот. Ой. Ну, ёшкин кот-то. Кот?
Это народная мудрость из глубины веков. Пользуйтесь. Коля. Спасибо. Ёшкин кот. Ну что, опять в лес бегал? Да не кричи ты. Ходил капканы забирать. Чего им без толку стоит? Кто-нибудь попадется, а я опять отвечай. Эх. Гриша. Сама-то где была? К Сергачеву ходила. Зачем? Опять за меня просила, унижалась? Просила, Гриш, а что делать-то? Да если бы твой Палыч был нормальным братом, мы бы уж давно по-другому жили. А ты его не трогай. По гроб жизни ему должен быть благодарен. Другой бы на его месте глаза не закрывал на твои безобразия. Безобразия? Да. Да если хочешь знать, он мне до сих пор не может простить, что я ему на нашей свадьбе морду начистил. Поэтому он меня и на работу не взял, когда я из лагеря вернулся. Живи, сестренка, как знаешь. С мужем-уголовником. Павел Евгеньевич, а я жду-жду. Думал, не приедете уже. Дела, Пронин, некогда было. Проходите. Ну вот, Павел Евгеньевич, все, как и договаривались. Чучело уже 3 дня готово, вас ждали. А че он такой короткошерстный? Ну так олень. Олененок. Мне его колер не нравится. Это его натуральный цвет. Колор, то есть. Не красить же. Я видел чучело. Совершенно другого оттенка. То есть что? Не берете, что ли? Нет, конечно. Мне его цветовая гамма не нравится. Павел Евгеньевич, мы договаривались. Я не беру вашего оленя. Он мне не подходит, ясно? Вот сука. Цвет, колер, из-за него детеныша погубил. Здрасте. Добрый день. Смотри, Мишка, трезвый, эх ты! Здорово, дядя. Здорово, Миш. Твой постоялец? Мой. Надолго? Ну, 2 дня гостить будет. Со шведкой приехал. Понятно. А он откуда? Откуда, откуда? Из столицы откуда же еще? Не, просто лицо что-то знакомое. Ты же в Москве ни разу не был. Почему это был? В детстве один раз. Я в детстве один раз был. Ладно, бог с ним. Дядь Федь, мне дрова нужны, 2 куба. Дрова? Потом в поленец последний подобрали. А кто колоть будет? Я и буду. Я все бросил пить, новую жизнь начинаю. Ну, хозяйством займусь. Дам я тебе дрова прямо сегодня. Чурбаков дам. Слушай, я вот думаю, как мы их повезем-то? Тебе дрова нужны? Ну, я зачем приехал? Ну, что думаешь, Митрич не сдюжит? Он на своем танке не такое возил. Как-то неудобно. Когда трезвый, все удобно. Дмитрич! Ау!
давай задние сиденья складывай и дуй к сараю. Пошли. Гриш! Гриша! Гриш, а заказчик-то ушел? Да, ушел. Слушай, а что он чучело-то не взял? Не понравилось. Ой, а что это оно ему не понравилось? Вон какое хорошее чучело. Ну ты-то чего? Догони ты его и спроси, чего ему тут не понравилось. Ненавижу упырей этих. Насосались крови брата нашего, разбогатели. У самих уже денег куры не клюют, а кидают, как последние шестерки. Ну ладно, ладно. Что теперь делать-то будем, а, Гриш? Нам ведь сейчас деньги очень понадобятся. Зин, я прошу тебя, ты только не печалься, ладно? Но мне еще заказы должны прийти. А пока будем экономить. Ну ладно, что делать-то? Будут деньги. Гриш, Господь дал ребенка, он даст и на ребенка. Даст. Вы, наверное, удивились, что они привезли кабинку. Было немного. Я их ни о чем не просила. Но ради нас с Ефимом они так стараться не станут. Поверьте мне, это была не моя инициатива. Я знала, куда еду, что это не отель, и была готова ко всему. Правда? Даже не испугались, когда вошли в мой дом? Нет. Вы зря считаете меня такой требовательной. Я могу жить и без комфорта. Просто если есть возможность, почему... Спасибо. Почему не сделать свой быт немного более комфортабельным? Вы же можете провести воду из колодца в дом. Понадобится небольшой мотор и несколько труб. Вот. И все. Это верно. Просто... Если просто, тогда тем более. А просто не для кого было это делать. Мишка, не путайся под ногами. Мишка, иди перекури, без тебя справимся. Давай, 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 давай. Ну ладно, что это я путаюсь-то? Давай. Вот так, вот так. Вот так. Мишка, ты не переживай. На 2-3 дня хватит. А потом грузовик закажем. Дядь Федь, я все. Точно бросил пить. Завязал. Молодец! Какой у вас лес? Я теперь понимаю, почему мама говорила, что больше всего на свете она скучает по настоящему русскому лесу. Да, лес у нас хороший, глушь. Цивилизация сюда, слава богу, еще не дошла. Но это и прекрасно. Ой, не все так думают. Значит, вы не просто так выбрали это место. Искали, где глуши? Да, не просто. Никогда не думал, что
О нас могут знать в Европе. Заказник ведь маленький. Не думаю, что знают. Но я знаю. Это место связано с моим прошлым. Я же вам говорила, предки моей мамы родом отсюда, из Гремячего луга. А давайте поедем туда. Быть рядом и не повидать. Потом. После охоты, если получится. С этим местом у меня есть еще одна связь. Простите, я не хочу об этом говорить. Мое прошлое и так не дает мне покоя. Интересно. Мое прошлое тоже не дает мне покоя. У нас с вами много общего. Постоялись. Рожа знакомая, ничего с собой не могу поделать. Память решето. Ну, ты вспоминай, вспоминай. Может, попутчик какой? Или в горах? Ну. Не, ну, Митрич, я не могу. Ну, лицо прямо вот перед глазами стоит, ничего не могу с собой поделать. Да что тебе дался этот постоялец? Ну, мужик как мужик. Ну и хрен-то с ним. Ну, как тоже хрен с ним? Я ведь не засну, пока не вспомню. Ну. Вот так. Молодец. Подожди сейчас. Рассчитай. Ну, о чем спрашивал? Телефон просил. Дала? Не дала. У меня телефона-то нет, Вер. Дура ты, Таська. Парень-то городской? Городской. Ну, сто раз дура. Ну, дура. Ну, что мне теперь с этим делать? Ну, зря ты пропадаешь в этой деревне. Другая бы на твоем месте вон, давно уже в город уехала. А мне и здесь хорошо. Тебе тут хорошо? С мужем-то инвалидом. И хозяйство на тебе, и муж алкаш. А Клинцов на тебя даже не посмотрит. Сама знаешь, у него боевой товарищ выше всякой любви стоит. Уезжай отсюда, Тась. Уезжай. Не оглядывайся. Что ж мне теперь, Мишку, что ли, бросить? Ну и брось. Сколько он из тебя крови-то выпил? Да не могу я, Вер. Не могу. Похоже, лес у вас дикий, но безопасный. Это мы сейчас проверим. Ну что, Чара, в лесу все спокойно? Серый-то ушел. Знакомься. Это Виктория. Она из Швеции. Ну, лети. Опа. Действительно спокойно. Прошу. Виктория, побудьте здесь. А я схожу, проверю кое-что. Только никуда не уходите. Thank you.
Этим зверем, я не знаю. Я так испугалась. Я же вас предупреждал, Виктория, не сходить с места. Я знаю, я виновата. Надо идти домой. Чтобы зверя больше не потревожить, надо идти в обход через болото. Пойдемте. Мне сюда на место поставь. Значит, вот так. Новую жизнь решил начать. Завязал, значит. Ты знаешь, я один совет на будущее дам. Когда вот это вот начинаешь, ты никогда в жизни, просто никогда не надо лезть в чужие вопросы, там, разбираться с чужими проблемами, потому что это вообще до добра не доведет. Все сделаешь, чтобы мне жилось хорошо, чтобы я счастлива была. Вот так вот сделаешь. Вот так вот. Напьешься опять. Что такое, я не пойму? Ты что, руки что распускаешь? Ты что мне здесь руки распускаешь? Я тебе сейчас, знаешь что? Лучше жилось, я тебе сейчас дам. Ты меня сейчас это... Как собаку сейчас прижибу! Ты что сделала? Ты что, водку что ли вылила? Ты что натворила? У меня, может, кроме водки больше ничего не осталось. Ты что делаешь-то? Пришибу.
Помогите! Держитесь за слегу! Только не возил я на этой тарантайке. А что, волка? Слышь, ты за борт на клетке давно проверял? Так проверял или нет? Ты к чухоле? Боишься, да? Да ну... Волки запах бензина не выносят. Так что она тебя по-любому не тронет. А че им меня трогать-то? У меня для этого жена есть. Типа, не хуже волчица, да? А то! Пасть как раз зявит, мало не покажет. Пострашнее будет. Ай, ну ёкаламане, а! Ну, говорил же я, Павлович, карбюратор надо менять. Вот шумот, так ведь и не дал. Все, приехали. Да ладно тебе, Колян, думай чего-нибудь серьезное. Че, ладно, у нас, Павлович, все серьезное. Не боись, Колян, тут до дома недалеко, на крайняк дотянем. На тросе, ну, притащу кого-нибудь, сбегаю в деревню. Эх, по-любому дотянем. Сейчас вот карбюратор продуем и дотянем. Посмотри, там ящик с инструментами стоит. Неси его сюда. Коль, слева, справа. Ну, посмотри куда-нибудь, глаза-то разуй. Где ж ты? Идешь или нет, а? Да иду я. Ну что там, Коль? Ну что, нормально сейчас. Бесит в тебя. Бесит тебя, как не у людей. А у тебя как у людей. Да ладно. Давай, тяни. Тяну. Держу я. Вот. Вот так вот. Учись, Бабашкин. Поехали. Поехали. Коля? А. Ну чё? Ядрёный. Спасибо. Отвар из трав придает силы. Ну что, посидим, отдохнем и домой. Тут до дома рукой подать. Чего? Так лучше. Так что пришлось своими силами ремонтироваться на дороге. Ну, как я вам и докладывал. Вот. Ты, Коль, сколько отгулов себе планировал за эту поездку? Пол, Павлович, 5. Как договаривались? 5. Ага. Получишь, Коля. Все по полной получишь. Павел Павлович, так это мы вроде как и вместе.
А ты тоже, Бабашкин, за все ответишь. Не волнуйся. Ты мне назад трех бобров отконвоируешь за эту вашу волчицу. Вот народ, а! Ну, без ножа режут. Ну, что ты будешь делать? Попросил же, как людей. Съездили. Привезти. Отдыхайте, я пока ужином займусь. Если что, зовите. Я вспомнил, это он убил того шведа, журналиста в подвале. Это он убил! Тася, я вспомнил!